Как правильно держать кий, с какой силой бить по шару и что такое винт – это узнали химчане на мастер-классе по русскому бильярду. Специалист Антон Харламов поделился профессиональными тонкостями, рассказал, как обучает юных спортсменов и продемонстрировал интересные бильярдные приемы, в какую часть шара ударить, чтобы он катился под определенным углом. Практически никуда не идет. Если мы крутим выше центра, то мы свой шар подкатываем следом, чтобы он подкатился, поставил подставочку. Если мы, грубо говоря, играем только красным шаром, представим, что у нас это красный шар, да? И нам необходимо с вами к тому шару, то я дам левый, нижний винт для того, чтобы этот шар шел туда. Подробную информацию о предстоящих мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» или на специальном сайте eventatmhimki.ru.